Для начала мы имеем 6 листочков для шестерых. И нам нужно будет оставить предметы с закрытыми глазами, можно так сказать. Это и все будет, повязки. Это все будет вот на таких вот листочках вот написано, да. Сейчас это Ярик сделал, написал здесь мой никнейм и свой никнейм. Ребят, сейчас мы будем начинать, и сейчас мы будем вместе с Яриком рисовать что-то. Так, кто будет рыбу? Ты будешь рыбу рисовать? Мы его показывали рыбу. Хорошо, вот, мы будем рисовать рыбу, в общем. С закрытыми глазами, это, конечно, жесть. Вы сразу оба берете же, да? Да блин, где фломастер? Да вот, ты уже нашла, вот листик. Вот, да? Да, рисовать? Подожди. Да, начинай. Раз, два, три. А мы сразу не берем. Это ужасно, да? Нормально. Где карандаш? А ты рыбу рисуешь? Да. Давай рисуй. Я не могу найти. Господи. Что ты рисуешь? Что? Давай рисуй. Что это? Можно начинать? Посмотришь потом. Вопрос, можно начинать? Короче, я заново перерисую. Да, стоп. Так, Ярик, кто у тебя был? У меня рыба тоже, вы что? А, все, так. Поехали, я Господи. Начинаю. Господи! Линейка, понятно. 3, 2, 1, 4. Это ужасно, да? Не, похоже на рыбу, в принципе. В принципе, да? Только хвост дорисуй. А где хвост? Здесь. Вот здесь рисовать? Догадайся. Да? О, у Ярика больше похоже. Ярик какой-то рог едет. Это не рог. Так, Ярик нарисовал? Практически. Так, Полина уже нарисовала, может снимать. Как? Красиво? Давай, я тебе сниму. Очки твои. Очки жизни. У Ярика какой-то пешок. А это что было? Господи! Все, я снимаю. Вот то, что получилось у Полины в итоге. Вот то, что получилось у Ярика. Господи! Что это? Знаю! Это акула! Как ощущения? Вопрос. Какие вы художники? Что это у меня? У меня какая-то анимешная. Они вот это вообще. Да. Вот тоже. Это рыба из ада. У меня как-то так. В общем, да. Вот такая у нас рыба получилась. Так, в общем. Ну что это? И это робот! Ярик робот! Робот я робот. Давайте. Пока опять же моя тема. Я где закрыл? Листочек? Где? Да, закрыл нормально. Где? А, какой карандаш? А это карандаш? Который мой любимый. Так, вот. Поворачиваем листок. Да, вот так вот. Возьму. Вот так. Поехали, роботов. Я очень хочу. Ты что такое? Это у меня, ты посмотри, что у меня тут. Это лист. Ну, у меня хоть какой-то человечек, может. Да ничего я тут не дорисовал. Ну, тут выиграл Дима. Я не знаю, а что он кто в прошлом раунде, который был рисовал? Ты выиграл, да? Ну да, более-менее. Так, победу сюда. Теперь снимаю. Так, давайте я победу буду выбирать. Кто победил? Давай, ну, выбирай, понятно. Судья. Так, наверное, победил. Ну, я не знаю, Дима нарисовал какие-то каляки, а вот ты какие-то более части дела нормальные. Чё, какие каляки? Это современство! Нет, ну, я... Ну, у меня просто, я не распределила. Ну, Ярика всё-таки получил. Ой, это лицо. Так что, Ярик побеждает второй раз. Ладно, ну, вот так вот. Нет, там можно вырвать. Так, ладно, все, вот так вот будет. Давайте, раз. Так, теперь подождите, я еще ничего не взяла. Так. Карандаши. Да ужас, вообще все плохо. Все улетает, так что это вообще какой-то челлендж странный. Ветер, да. Так, сейчас давайте, раз. Так, сейчас подождите, я одену. Господи. Синим фломастером, желтым. Да, Полина, возьми лучше карандаш. Шкату. Мнение тут выиграла Полина. Как? Ты чего, издеваешься? Да тут по волосам, типа, я так, я бы сказала, это мальчик, не знаю. Да, это мальчик. Мальчик с косой? Ты чего, издеваешься? Я тебя дам. Камеру дай. Никого лучше не знаю. Давай, советую смотреть. Все, в общем, Ярик побеждает опять. Ярик, наверное, вообще победителем будет в конце, да? Ну, вообще, можно чуть-чуть это дорисовать практически. Сейчас я покажу, на что это будет похоже.
Все, давай. Не надо это дорисовывать, давай, все, хватит. Уце сейчас будет быть. Полина со мной сниматься. Уце должно быть закончено. Все. И вот так вот. Упаре! Это настоящий уце. Да. Кружок рисования. Вот это уце. Все, давай. Я уже сразу могу сказать, а вы вот не эта муха. Покажи, это муха, а это слон. Вот это настоящий слон. Раз, два, три. Вот это нормальный рисунок. Так, с закрытыми глазами. Все, давайте. Короче, кто победитель? Кто победитель? Ну тут понятно, что Полина. Мы подводим итоги, короче. Кто из нас выиграл? Мне третье место. Я первая. Потому что я... Ну да, я потому что Миша всех снимался, походу. Поэтому все, Ярик победитель, и награду ему мы дарим Диме телефон. Мое непробиваемое чудо. Ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока. Ждите следующий челлендж. Да. Всем пока. Ой.